В музей без экскурсовода, но со смартфоном в руках. Областные экспозиции обзавелись мультимедиа-гидами. Для того, чтобы разглядеть предметы истории в мельчайших деталях и узнать о них что-то интересное, достаточно установить приложение «Артефакт», найти рядом с экспонатом специальный знак и отсканировать его. В Архангельском краеведческом музее в проект попал 41 предмет из постоянной экспозиции «История и культура русского севера». Каждый экспонат сопровождается такой очень глубокой статьей, информативной, об истории происхождения предмета, о том, как он попал в Архангельский краеведческий музей, какие детали, какую эпоху представляет, об авторе, если он известен, о технике исполнения, указываются даже размеры. Мультимедийный гид с технологией дополненной реальности – это проект Министерства культуры России. В прошлом году гаджеты появились в Архангельском краеведческом и Северном музеях, усадьбе Плотниковой. В 2020-м проект найдет продолжение в Музее художественного освоения Арктики и краеведческом Северодвинска.